Тиви, и я Лела Катаненко. Мы находимся на конкурсе «Миссис Украина». Здесь много, очень много интересных людей. Пойдемте пообщаемся. Что, по вашему мнению, главное в женщине – ум или красота? Главное в женщине – и ум, и красота. Когда то и другое вместе. Вот я уверена, что именно ты очень умная девочка, а еще и красивая. Что, по-вашему, главное в женщине? Ум или красота? Эти две вещи должны соединяться, тогда все будет хорошо. В женщине ум или красота? По моему мнению, в женщине главное и то, и другое. Как может быть женщина красивая, но не умная? Все женщины умные по-своему, я считаю. А зачем вы здесь? А потому что я буду членом жюри сегодня конкурса и буду выбирать самую красивую девушку, женщину мисс Интерконтиненталь. Что, по вашему мнению, главное в женщине? Ум или красота? Красота. Почему? Потому что если она красивая, у нее хорошее настроение. А значит, она будет делать хорошее настроение мужчине. Главное в женщине – ум или красота? Красота. А почему не ум? Ну, ум – это такое дело. Женщины от природы умные, а вот красивые – не все. Почему вы сегодня здесь? Потому что я пришла поддержать свою подругу. Я пришла поддержать организаторов конкурса. И, конечно же, среди конкурсанток есть мои подруги. Я желаю им победы. И сегодня победят самые лучшие и самые красивые. Что, по вашему мнению, главное в женщине? Ум или красота? Я считаю, что когда женщина красивая и умна, она дарит тепло, любовь и... Это очень прекрасно, когда она может совмещать и ум, и красоту. Важно и то, и то. Почему вы здесь? Для меня очень важно находиться на таких конкурсах красоты, потому что я сама являюсь и победительницей всеукраинского конкурса красоты среди девушек на колясках. И точно так же я еще представляла на мировом конкурсе красоты Украину. Вашему мнению, главное для победы миссис Украины? Посмотрим. Главное, наверное, как ты сказала в первом вопросе, задала мне, да, чтобы ум и красота это сочеталось. Поэтому в сегодняшнем вечере победит, наверное, та, которая и умная, и красивая. Что главное для победы в конкурсе миссис Украины? Я думаю, что здесь много составляющих. Главное – быть и чувствовать себя настоящей женщиной. Как вы думаете, что главное для победы миссис Украины? О, это сложно, такая интрига. Я предлагаю все-таки дождаться конца и посмотреть, кто же победит. Не знаю, что главное. Для победы миссис Украины. Нужно обладать в первую очередь каким-то особенным шармом, особенным обаянием, красотой. Но красота, как говорится, это вещь такая очень субъективная. Самое главное – верить в свои силы.
и верить, что ты самая красивая. Что для вас главное в женщине? Ум или красота? Самое главное – это все вместе. И ум, и красота, и гармония. Миссис Украина. Для победы миссис Украина главное быть очень интересной, красивой, образованной, талантливой женщиной, иметь деток, мужа, семью, работу, образование. Видишь, сколько много всего нужно, чтобы участвовать в этом конкурсе. Женщине ум или красота? Я думаю, что это неразделимое. Женщина должна быть как и красивой, так же и умной. Почему вы здесь? Я пришла на это прекрасное мероприятие Miss Awards посмотреть, кто же в этом году займет первое место, и на всех красивых девочек. Я хотіла прийти сюди, і щоб ти у мене взяла інтерв'ю, тому я приїхала сюди на конкурс. А як ви думаєте, що головне для конкурсу «Місіс Україна»? Я думаю, для конкурсу «Місіс Україна» найголовніше прийти сюди, вдягнути таку класну сукню, як у тебе, і просто поспілкуватися і приємно провести час. А ще крутіше, напевно, отримати цю нагороду. Але я думаю, що вона в тебе попереду. Дуже красиво. Дякую, ти теж дуже гарна. Это быть очаровательной, это быть самой собой и нести добро, мир, любовь, весь мир. Вы очень красивая. Спасибо, моя дорогая, ты тоже очень красивая, люблю тебя. Спасибо. Ты моя зайка.